Ну ты на обед-то приноси. Ну а я приношу, я принесла вчера я и сегодня. Я буду делить, тебе дам даже. Кирилл, а где брала, там работал, там и бросил, как всегда. Это помидоры у Надежды Васильевны. И поехали. Упорного кирпича. Ага. Точно, печка. Во дворе. Здесь подошва под рельсы сгодилась. Это мы в Потеряевке Мамонтского района. Вот с этой жужжалкой. Работаем. Я тут пришел в субботу. Идем с моления. А Алексей Загуляев у тещи приехал. И она говорит, просит его возле дома выкосить спарыш, мурава, конотопка называется. Я подошел, зачем же косить это ее? У него ну, не больше 10 сантиметров высота, больше не бывает она. Она не растет, стелящаяся, зелень. А ты скосил. Ну вот, надо убрать. Мы косили, опять выросла. Ну выросла, теперь скосили, опять выросла. Трещите, тратите горючее, здоровье, дышите, гудит. Зачем? Я спрашиваю, зачем? Вот смотри, где ты не трогал, как она зеленая, там разные кузнечики. Здесь ничего нету, пустыня. Завтра все посушило и ходят по колючей уже траве. Ну, то есть по стерне. Зачем? Я никак не могу понять. А батюшке сказал, вот видишь, кошка, светила с хаски. Вот она, моя любимая кошка, вот она. Она зад перекусила ей, вероятно, так. И она в недвижимости едва-едва все лето. Пытаемся сами что-то делать, а нет, ничего не сделаешь. Нервы перерваты, она идти не может. Собак пускают, они бегают. Я в воскресенье покажу это все, возьму с собой. Я говорю, был бы президентом, лежащие эти полицейские, называется, сделали, надо бы убрать все до единого в стране. Они не нужны, аварий не меньше, гибнет еще больше. А теперь уже гибнут и страдают люди, которые в машине сидят. Бесполезное дело. Вот он, добрый человек, приходит, Вениамин, по просьбе бабы Нади, и он у ней стрекочет, который раз в году, парни, еще разве это нужно? Вот он, выстрек у ней, где она не мешала, трава нисколько. Сейчас обратно вернусь и поговорю. А бесполезно все равно. Я говорил, не делай этого, пускай растет.
Вот я иду, видишь, как здесь проход у нас. Вот, чистотел, крапива, лебеда, лопух. Вот она какая лебеда растет. Красивая, патогеничная крапива. Что-то можно было убрать, а что-то и не нужно трогать. Вот она. Опять посмотреть. Я хотел спросить тебя, а зачем это вот делаете, стрижете это везде? Ну а кто у меня косить будет? Я ни тяпкой работать не могу, ни косой. А все заросло кругом. Оно вот выше человеческого роста вырастает трава. У меня уже второй раз и хорошо. Ну вот мы сейчас в субботу ушли, Алексей стрекочет там. В храме человека нет. И косит мураву, конотопку. Кому она мешает? На улице, тем более, ну, на улице. Конотопку у меня не косит он. У меня косит большую траву, которая выше. И при том косит не он только. Я гляжу, батюшка около храма тоже. 10 сантиметров густой курчавой травы. Прекрасная. Вот она какая. Вот она трава какая. Конотопка называется. Я не кашу маленькую. Ничего, трещат. Свалили ее. Дальше ходит сушь. Или вот такая вот зелень, глаз радует, написано в Писании. Или желтая сухота, ничего нету больше, все. Да. У тебя дров-то много тут теперь. Да, я слушаю. Да нет, он ушел, все, закончил, потому что... Во дворе все заросло. А что во дворе заросло? Вот я иду сейчас скошенная. Да другое дело у нас вот под качелями мешается. Взял там тяпку или как. Выкосил, крапивы нету. Все. Приходят, качаются. Это наши новые качели мы делали. А там и турники. Что-то и конец, что-то... Тополь рядом растет, клен. Я иду здесь, черемуха. Черемухи тут много нынче, черемуховый год. Это и понятно. Но зачем косить? Там, где она не мешает. Вот она во дворе у нас. Этот, ну, сантиметров 50. Трава, пырей. Как приятно посмотреть. Ну, еще белая. Вот она упала, бедненький. Красавец. Сгинула кошка. Собак не привязывает иногда. Прощается, выходит на улицу. О, ее дочка Буска. О, мышатница, герой, хвост трубой. Ну, пошли домой, пойдем. Пойдем. Давай, 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 давай. Под ноги-то не лез. Наступлю. О. Вот так. Мой велосипед тут.